Добрый день. Сегодня мы находимся в Объединенных Арабских Эмиратах. Прилетели сюда сегодня, 8 февраля. Вот наш City Max, наш отель. Напротив него, буквально рядом, находится гипермаркет Big Bazaar. Вот сюда мы пришли купить крабов и немножко фруктов. Сейчас обошли везде, крабы были самые дешевые здесь за 19,5 дирхамов. В Лулу они 22,5 дирхама, где-то 21,5. Но вот вернулись сюда, купили мы в Лулу винограда по дешману и ножик для резки пиццы. Ну, сейчас идем, поменяли деньги там в Лулу, самый Дядя, снимаю. Печеньки 2,50. Печеньки 2,50, варю. Хлеб у них, конечно, дорогой. Самый дешевый вот 4,50. Это получается, умножить надо на 18 рублей. Ему 80 рублей почти. Ну, тут цены нормальные. Можно рис себе купить. Это молоко 11,50, да? Что тут есть за 7,50? Маленькие тушки цыплят 7,50. Сколько? 8,80. Ох, тут умножать это замучишься. На 18 рублей. 140 рублей. Ну да. Так, сколько же масло подсолнечное стоит? 9. Сколько? 9. 9 это 160 рублей примерно. Ну да, литровый. Да мне кажется, это прям не литровый, это как 1,5-литровые большие такие. Вот ну да. А может даже и 2, нет? Ну да. Сколько что? 1,8 литра. О, почти 2 литра. Да. Это нормальная цена. Ну да. Вот получается 5. Вот 5 оно стоит. Вот. Да. Да, 90 рублей. Почти 2 литра. Почти 2 литра. Угу. Дешево. О, вот рис мы с собой возьмем. Маканаты риса. Килограмм 30. Ой, это много. Это получается 600 рублей, что ли, почти. 600. Да. 540 взяли на 5. Дорого. По 100 чем килограмм. Но у нас 10 рублей килограмм. Нет, ну тут вот есть и 21 вверх. Но это маленькие. Сейчас наберем 2,45. Это нормальная считается. Да? Ага. 36, 35 и 40 рублей. Ну да. Ну, чуть побольше. Ну да. Фрукты. Что тут по фруктам? Вот гранатики какие-то, ни разу не пробовали. Индийские гранаты, да. В Индии были, не видели. Но сейчас брать не будем, надо съесть виноград. Гранат нормальный. Слива 9,95. А? Что? Вот яблоки 3,95. А где-то мы сейчас были в магазине. Там дешевле были. Дешевле, 2 с чем-то, да? Да. В Лулу. На массике 6,95.
пройдем дальше, посмотрим. Нет, подожди, иди сюда, вот это что это есть, снять. 7,50 стоит. Я говорю, это больной огурец. Как бы. Это как бы маленькие баклажанчики. Маленькие. 170 рублей маленькие. 9,95, 5,50 банана. На красных этот жарят. Они вкус такой твердый, без вкуса. Жарить. 2,10. Ну, это еще более-менее 2,10. Нормально. А вот 5,95. Картошка красная. 3,25 клубника. Ну, в этом было 10. 4-3 лотка. Ну да. Сейчас идем морепродукты посмотреть, почем. А, вот рис. Большие пачки. 5 килограмм сразу. Это получается 60... Подожди, нет, 600 рублей, да? Нет, 400. Меньше 400 рублей 5 килограмм. 180 и 90. 270 рублей 5 килограмм. А, да. Вот как тут сейчас первые дни, пока не разберешь с этими ценниками. Вот. Морепродукты. Олег любимые. Дай-ка я посмотрю. Угу. Рыбки такие. Вот цена. 16,50. Какая-то рыба 12,50. Вот ты. Почем креветки? 14. Что он сказал? Кингфиш 22,95. Ну и что, крабы почем? Олег, крабы почем? Не знаю, а how much, how much? Сейчас наварю, пиво привезли. И сколько получилось? Скажи мне. А тут платить? Нет, наверное, на кассу. Вот цена. Там за креветки. Креветки тут вообще самые дешевые. Но они какие-то маленькие. Ну что он там тебе? А крабы? А что он будет чистить? Не, но. С собой. Синдру. Не, но. Не чистить. Сам почистишь. Что тут есть-то еще? Хозяйственные. Только цены неизвестно какие. Надо на каждом смотреть. Пакетики. Что почем? Ну что?
Да, можно взять акулу. А это акула? А это, наверное, акула. Нет, он похож на акулу. А вон краб 17.50 написано. Видел? Да, только он по 19.50. О, спасибо. Ну, глянь, цена была написана, да? Да. А он что, обманул тебя? Или нет? Вот у них прикольно, мука продается в таких пакетах сразу. Вот для хлеба. Чай 13.50, да? Да, чай 13.50. Ну, большие коробки. Какие ножички для пиццы мы нападали? 4 200. Там был вон последний, оставался всего за 2 дирхама. 36 рублей 35. Угу. Так еще вот что-то такое 12.95. Печеньки большие коробки. Цена. Мыло. 9.95. Идем сейчас оплатим. Так, все, пока.